О, на «вы» английскую я от первого лица играю? У меня такая Да, пасть. кстати. Это так смешно. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Канео, Мони, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите веселые слова. Привет. Приятного аппетита. Привет, Хемлиц. Все давно написали мне в комментариях, чтобы мы сняли лабиринт с сиреноголовыми или просто монстрами Хендерсона. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать в классном лабиринте. Пацаны, разбегайтесь! Хочу сказать, что сегодня монстрами Хендерсона и сиреноголовыми управляют настоящие люди, поэтому будет не так все легко, как кажется, потому что люди, ну, их тяжело будет обмануть. Пацаны, знаете, что нам надо делать? Что? И за мной, все за мной. Ой, уже один умер? Я схавала. Бульбазавр, ты чё? Ты же сказал, что ты профессиональный игрок по проигрышам. Но все сходится. Эй! Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А я тебя вижу. Так, пошел. Это он, получается, хочет к нам сюда забраться, да? Нормальный прыжок. Так. Друг друга убивать не надо, пацаны. Обстоятельства. Получается, он все-таки прыгнет, да, я понимаю? Или нет? Бежит. Получается, пока мисс 2, да, сиреноголовых? Монстров Хендерсона. Угу. Так. Вижу, идет. Я вспомнил, пацаны, мне надо хлеба купить. Какого хлеба? Ржаного. Кто портунка это взял? А я не знаю, бульбазавр. Молодец, молодец. Мочи всех. Нас уже трое. Получается, их. А нас еще четверо. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И любой может зайти с нами и поиграть, повеселиться, и попасть в ролик. И просто быть крутым. Как и мы. А что ты там прыгаешь? Ты должен нас уже убивать. Прыгай, А, ты хочешь все-таки каким-то образом попасть, да, к нам сюда? Эй, еще один умер. Да вы что, сговорились, что ли? Не надо умирать, пацаны. Надо. Не надо. Умирайте. Так, еще мы тут все-таки вдвоем с тобой остались. А? Вообще-то втроем. Втроем? Ты тоже, да? Я за карту выпал. Понял. Чонькс. Отлично, ребята. У нас все очень сегодня круто. Выживаем себе, бегаем по лабиринту. Немножко, если честно, страшно. Знаю, что этот челепиздрик может всегда меня убить. А я уже напрыгался, у меня 20 хп осталось. Я сейчас еще раз прыгну где-то и умру. Поэтому пока мы просто выживаем так вот. Кто-то, но вы его не увидите. Так. Главное вниз пока не падать. Потому что если я упаду вниз, мне жопа, они меня сожрут. Тупиков так много. Карта такая вся, да? С обманками. Бежишь, тупик. Бежишь, тупик. Да что ж такое, а? Так. Пока мне все хорошо, я не понимаю, пацаны никого не мочат. Да, тяжело найти, да, кого-то? Нет, не тяжело. Просто тяжело на башню попасть. А-а-а. Ну не расстраивайся. Ой, тут какая-то штуковина открыта. Ну ладно, мы туда не будем идти. Мне тут идти надо. Есть у нас открыто. Не надо. Да, я боюсь вас, я постоянно бегаю. Не надо бегать. А где я ты боюсь. Ты скажи, где ты бегаешь. А я тебе не скажу. О, уже два сиреноголовых, да ладно. Три. Тут и так стрёмно ходить, а еще их трое уже. Вы что, сговорились против всех игроков на планете? Ты дурак, что ли? Не прыгай сюда, он не может запрыгнуть, у него текстура не дает. Отлично, ребята, отлично. Мы не хопим. От первого лица. В смысле? Я вижу Димку. Блин, 10 хп! Всё. Так быстро сожрали меня. А я остался. Потому что, ребята, сиреноголовые, они всегда, конечно же, очень мощные. А может не только сиреноголовых? Ого, ну да, любой можно взять, любого. А, любого? Смотрите, за кого я играю. Ну, на стопиче. Подождите, а еще какая кнопка? Что у меня еще есть? Пробел. Блин.
Пробел. Еще а че он так прыгает, как Рахит? Так, стаканчика убили, Диму убили, Сталкера убили, Кейна убили, Бульбазавра убили, Куёка убили? Да. Не. Значит, Куёка остался только. Видите, о чем я говорю, что когда играют игроки, намного тяжелее выживать. Намного тяжелее. Ничего, сейчас у нас будет еще следующий раунд. Только мы возьмем, ограничим, не за, без сиреноголовых. Будем картон-кэтами играть. Мне кажется, это будет намного легче. Сиреноголовая, не имбовая. Так, перекличка. Кто живой еще? Куёку только. Один ты? Так, пацаны, все силы кидаем на него. А я, блин, застрею, жирная жопа у меня. Не пролазит нигде. Дим, тут один нюанс, тут можно за карту выпрыгнуть. Не надо выпрыгивать за карту, не нет, надо. Нет, ну случайно там за текстом. Случайно, да. Эть, с контролом, даже с контролом не могу подпрыгнуть. Ого, что со мной? О, на В английскую я от первого лица играю? У меня такая а пасть. Это так смешно. Где я он? Я просто, что Куёку сидит в одном секретном месте. Короче, я беру картон Кэта, потому что мне кажется, он очень высоко прыгает, и есть смысл за него да играть. Не вот это кто бегает? Какая-то курица бегает. Понял. Это я. Прыжок. Правда. Прыжок. О, отлично, ребята, все. Я прыгать не могу. Да? А я могу. Смотри, какой я здоровый, я даже сюда не пролазю. О. Давай, прыгай. Так, не могу. Хорошо, давайте вот так вот. Чили Пинкс. Так, 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 так. Сюда. Мне кажется, я иду правильно. Ищем, ищем, ищем его. Тим Куёка, ты отзываешься? Ты тут? Да, да, да. А ты в нычке или ты прям по лабиринту бегаешь? Да так, сижу. Если смотрю ты просто где-то под землей, мы тебя не найдем. Я не под землей. А, так что, ребята, все силы кидаем на него. Так. Я за паука здесь бегаю здорово. И что, нема его нигде? Ну, я не вижу. И я его не вижу. Ну, мы сейчас найдем, ребята. Вы же понимаете, что это все до поры до времени. Он где-то в углу сидит карта, я более чем уверен. Башня есть слева, короче, посередине какой-то вход. Туда можно попасть. Может, он там сидит? Может быть. Ну, да мы его не найдем тогда. Так, ой, тут ты поискал хорошо, да? О, прям давайте тут пройдемся. Темновато, но я все вижу. Подождите, подождите. Блин, ничего не вижу. Пацаны. Так, вот туда можно, да, пройти? Еще нет, нельзя. Я знаю, кого я возьму. Так, где он? Где ты? О, я знаю, где он, пацаны. Я бы на его месте так же самое бы сделал. А его нету здесь. Хорошая нычка была бы. Может, вообще не в лабиринте, а в другом месте, вот тут где-то в поле ныкается. Ну, я и говорю то, что он, возможно, там вот. Сейчас я туда бегу, пацаны. А вон он с башни спрыгнул. Да? Точно он? Да. Все, бегу, 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 ребята, мы же должны его убить. О, у нас уже и такой появился, разные. Ты что, вон он там. Он где, там. Где, где? Он здесь был. Нет, он не на спавн выбежал, он налево, наоборот, побежал. Уго, тень появилась, что за кабан у нас там появился? Шпоньк. Блин, ну Куёка хорошо играет, молодец. Да испытань, умеете, могете. Или убили его, не убили? О, подождите, а там никого нету. А, я не могу за них же летать. Могу только от первого лица сделать полноценный первый вид. Классно допилили этих монстров Хентерс, но мне нравится. Поднимаемся наверх, мне кажется, сверху будет намного лучше его видно. А я знаю, я могу взять тяжелую артиллерию, я его тупо с шагом убью. Да? Так давай, да. Мочи его, мы же должны его убить. Бежим, бежим, ну никого не, не наблюдаю. Меня. Тут? Тут а нету. Блин, ну тупики тут есть. Все, он я же пошел. Может убиться. Ого, ты меня убил! Нифига себе, ты псих! Давайте посмотрим, как он его ищет. Нифига себе, кабан. Ребята, это круто. Ты что-то и забыл, что такие монстры Хендерсона добавлены. Ты когда ходишь, убиваешь, получается, да? Да. Ай, есть. Все. Есть, ребята.
Ну что, дуэль номер два. Стаканчик играет за Монстра Хентерсона, а я сейчас буду настолько сильно выживать, что меня никто не убьет. Ожмяка, ожмяка, убивай всех. Главное, быстрее всех убить, потому что я останусь живой. Нет, меня не надо. Не слушай, никого не слушай. Ты просто кашу кушай. Так, бежим. Мочи, мочи всех. Он еще никого не убил, кстати. Я только начал. Оу, нифига себе, ты пол лабиринта пропрыгнул. Это разве честно? Возможно. Какой-то очень читерский стреноголовый. Че, он идет к нам сюда? А, не, он не сможет. Он не сможет запрыгнуть. А что они паук делают? А, это мой. Опа, промахнулся. А где он? Тихо, тихо, тихо. О, вот он, вот он. Он за карту выпрыгнул, молодец. Давай, давай, ты сможешь. Ты уже не выпрыгнешь, кстати, тебе придется заново брать. О, я тоже выпрыгнул. Ё-моё. А ты можешь выбраться? Не, нельзя выбраться никак оттуда уже. Только вылетать. Нет, как-то... я нашел себе нычку. Сюда можно пробраться монстрами Хендерсона. Или с... Ну что, здесь стаканчик. Он еще никого не убил. Я сразу понял, что он не сможет играть так круто. На тебе. Тяжело убивать в лабиринте, ребята, очень сложно. Ой, я упал. Ну чё, давай, иди сюда. Ты меня не убьешь, я знаю один метод, как тебя обмануть. Оп, смотри, я уже здесь. Оп, я уже здесь. Мне мост мешает. Ну конечно, башка-то здоровая, поотращивал себе сирены на башке. Ой, а где он? Где он? О, эй, ты дурак что ли? Отвали! Отвали! Ну, ладно. Все, ты меня уже не найдешь, я скрылся в лабиринте. Я ныкаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он меня увидел, наверное. Стоим на... Ну хорошо, хорошо, убил, убил. Я, если честно, я подался. Да ладно, я не подавался. Ну блин, ну ты какой-то читер. Ну ладно. Так, еще кого-то убил? Не? На, сталкера замочил. Привет, голова снята успешно. Че ж ты на месте стоишь? Нельзя на месте стоять. Я знаю, где мне спрятаться. Так, так, следим, следим. Я видел, что один игрок побежал сюда. Давайте прыгнем свысока его сейчас. Мы его сейчас найдем. Находи, находи. Ты думаешь, не найду? Не найду. Я профессиональный искальщик. Mm-hmm. Подожди, подожди, у меня в канал там кто-то бежит. Где? Я же видел, ты где-то только что бегал здесь. Не было меня. Да я видел, не ври, я видел. Я. А что ж такое, а? Жирный кот. О. Чё ты прыгаешь, прыгаешь. А ты... А где ты? Ну ты куда-то идёшь. Куда? А, сейчас, я сейчас запрыгну на высоту и тебя замочу. А не, ты не запрыгнул. Второй раз. О, отлично. А, ой, головой ударился, как в Марио. Кирпичики сейчас будут башку выбивать. Эй, ты слышишь, мою жопу не жги. Я не разрешал тебе так делать. Так, поднимаемся. Поднимаемся. Не надо было подебаться. Вижу, 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 пацанов. О, все, кто вылетел за карту, тоже проиграл. Ну что ж ты хотел? Не, я не вылетел за карту. Понял. Может мне тоже взять сиреноголового, который мочит всех убивать, когда топает? Ну это читерский, да, какой-то читается челик? А тут? Никого. Летающий Пикачу. А где вы все заныкались? О, вижу, 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 вижу. Так, давайте, наверное, все-таки возьмем другого себе монстра. Более поярче возьмем. Ого! Никого ты не бери. Ну что, иди сюда. Отлично. Вот это именно мощный. Мне нравится. Давай. Давайте здесь... А он не прыгает. Ну, рахит еще тот. Так, ребят, там ничего нету. Не Ого, ты чего? Ты мне тут тень сделал на всю карту. Давай, мочи их. А ты когда топаешь, тоже убивает этот или нет? Ой, извини, стаканчик, еще раз тебя убил. Обстоятельства, не хотел. Первого лица очень круто играть. Смотрите, как сделано. Прям полноценное РП. Можно за сиреноголового отыграть в лесу.
Все, ребят, вы меня точно... Ты думаешь? Да. Зря ты так думаешь. Это что такое? Ого, что я делаю? Анимация какая-то у меня... О, сожрал кого-то. Прикольно, кстати. А что ж такое? А, это из-за этого челика я не могу двигаться. Короче, одного и того же мочу и мочу. Ну а что делать? Пошлите в лабиринт, их искать будем. Я теперь вижу очень все далеко. Упрыгать не могу. Большой минус у меня. Ого, паук вылез. Че, кто еще живой из игроков? Все, больше походу никого. Всех убили? Нет, я Бульбазавр. Бульбазавра мочим все быстро. Где он? Быстрее, 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 быстрее. Я его не вижу. Ну, я догадываюсь, что где-то он заныкался где-то. У меня еще маленький скин, мне повезло. Ах ты хитрый, ты за Пикачу, да, взял играть? Огу! Что такое? Ты давай бульбазавра так убивай, а не нас. Не надо. Давай, давай, мочи, мочи его. Так, а тут его нету? О, тут вообще круто все сделано. Что ты прыгаешь там? Ого, нифига себе он лупашит. Да что ж ты за псих такой, а? Че, бульбазавра найти не можем? Я нашел, да я убегаю! Давай, 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 мочи его! Нет у меня. Ой. Ого! А это что за гигант? Да что ж так? О! Есть! Убили! Что да что это? Вы за психи! Все, пацаны, берите, короче, все сиреноголовых. Сейчас я буду взрывать бомбу, и мы проверим, кто из них самый живучий. Вот этого большого, да? Сейчас я еще поставлю. Ребята, сейчас у нас будет тест. Кто выдержит мощную бомбу? Это что за лупоглазая волохатка? Вот это жесть, там какое-то убийство творится у нас. Вакханалистическое. Ну что, вы готовы? О, да. Хотел сначала лавовую бомбу, понял, что не надо. Давайте вот эту. 3, 2, 1. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Еще. It's delicious.